мне с определенным плодом, услышав похвалу от Господа. Этого хочет Господь от нас, чтобы мы Ему служили, чтобы мы родили о Божьем, чтобы мы прилагали к этому определенные усилия, чтобы мы смотрели в этом мире на все с позиции небожителей, причисляя себя к Его Царствию, и не прилеплялись к земному, а устремляли свой взор небеса. Когда мы будем жить как небожители по законам Небесного Царствия, они не противоречат законам земного государства, да, они даже морально-этических каких-то нормах намного выше их. Это наше духовное гражданство. В первую очередь мы должны соблюдать эти правила, правила Небесного Царствия, распространяя его в этом мире. Поэтому давайте мы сейчас помолимся.